самого утра в университете многолюдно. Абитуриенты, решившие не откладывать дело в долгий ящик, принесли необходимые для поступления документы. В текущем году Брестский государственный технический университет планирует набрать более 1600 человек, в том числе и на новую, только открывшуюся специальность. Мы открыли новую специальность – программное обеспечение информационных технологий на факультете электронно-информационных систем. Эта специальность, которую мы открыли в этом году, она интересна тем, что по окончании они получают квалификацию инженер-программист. А такой квалификации среди нашей специальности до этого не было. Поэтому ожидаем, что она будет пользоваться спросом. Это далеко не все нововведения. Подробная информация есть на сайте университета, а также на стендах в холле учебного заведения. Там же доступны и данные о количестве и качестве уже поданных заявлений. Царит оживление и в той части вуза, где выдают сертификаты о прохождении централизованного тестирования. Из года в год особый ажиотаж наблюдается здесь именно в первые дни подачи документов. Хотя бланки с результатами выдают уже с 5 июля. К слову, забирать их должен сам абитуриент. Его родителям или официальным представителям отдадут сертификат только при предъявлении документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия самого поступающего, а также нотариально заверенной доверенности. Сертификаты централизованного тестирования можно забрать в пунктах прохождения ЦТ, то есть там, где абитуриент проходил централизованное тестирование, там, соответственно, он и забирает сертификат. Сертификат можно забрать при предъявлении паспорта, соответственно, лично абитуриент предъявляет паспорт, пропуск, на котором стоит отметка «тестирование прошел», и в обмен на этот пропуск ему выдается сертификат. Время выдачи с 9 утра до 18 вечера, обед с часу до 2. В эту субботу, 9 июля, мы также работаем, тоже с 9 до 18. Вопреки расхожему мнению, период выдачи сертификатов не ограничивается сроками приемной кампании. Забрать их можно будет до 31 декабря 2016 года. Абитуриенты, уже получившие документ с оценкой, о результатах говорят сдержанно, но настроены оптимистично и верят в успех. Сдавал русский, физику, математику. В общей картине доволен. Некоторые предметы можно было и лучше. Ну, в принципе, сколько хотел, столько набрал. Я сдавала обществоведение, английский и русский язык. Буду поступать в Витебский государственный университет имени Машерова. Сдала хорошо, прохожу на бюджет, все нормально. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.